12.05 в Кирове. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас смена состава и гостей, и ведущих. Светлана Занько ко мне присоединилась. Дарья Кузлиева. Да, в гостях у нас сегодня Александр Чурин, председатель правительства Кировской области. Говорить мы будем о том, как кировская делегация презентовала в Стамбуле экономический потенциал нашей Кировской области. Насколько я понимаю, встретились с представителями нескольких крупных организаций. Расскажите, кто от нас ездил, с кем встретились, Света, да? Да, мы просто за эфиром тут поговорили. Ага, вы, наверное, о чем-то договорились, да? Дать Александру Анатольевичу поприветствовать наших слушателей. Добрый день. Да, поближе микрофон, пожалуйста. Во-вторых, мы поговорили за эфиром. Просто вопросы поступают, как всегда. Понимаешь, вот, например, наш новостной отдел в лице Ольги Болезиной принес нам такой перед эфиром вопрос, что в проекте стратегии 2035 экспорт обозначен как одно из направлений для экономического развития. Стратегия 2035. Экспорт обозначен как одно из направлений для экономического развития. В плане мероприятий по реализации стратегии, я прям читаю, да, указано, что нужно проводить в год не менее 4 бизнес-миссий в другие страны и привозить сюда иностранные делегации 2-3 раза в год. Вот, и дальше вопросы, соответственно. Я думаю, что не только у нас возникают они, у всех абсолютно, я уверена, у экспертов, у блогеров, у там общественников, активистов и, главное, бизнеса. Такие поездки приносят результаты в виде контрактов, создания совместных производств. Как оценить результаты? Александр Анатольевич привел очень яркий пример как раз на основании того, что происходило в Турции. И, на мой взгляд, он стоит того, чтобы его озвучить, потому что он очень хорошо вот визуализирует то, что на самом деле происходит на таких миссиях. Да, но прежде всего я бы хотел сказать о том, что эффект от вот таких бизнес-миссий, он, безусловно, есть. Во-первых, мы ведь рассказываем нашим иностранным партнерам об экономическом, инвестиционном, научно-образовательном потенциале Кировской области. Что мы можем предложить нашим партнерам, какую продукцию можем предложить, какие услуги, в том числе их интересуют услуги в образовательной среде. Это очень важно, да, потому что в культурном обмене, стоят. В культурном обмене, даже в обмене, скажем так, рекреационном. Но вот, например, в Турции мы оказали очень серьезную поддержку компании «Нанолек». Так. И благодаря тому, что это была бизнес-миссия, представленная правительством Кировской области, прошли две встречи в крупнейших фармацевтических компаниях в Турции с собственниками и руководством компаний. И «Нанолек» сразу же в ходе вот этих встреч, в ходе наших визитов на предприятие, договорился о заключении контрактов, в том числе на производство лекарств турецких здесь, у нас, в Кировской области, и на производство своих разработок в Турции. Все, сразу. 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 Это... Притом они абсолютно быстро перешли к делу. Уже там подписано у них соглашение, и началась практическая работа. То есть это не рамочные какие-то вещи? Нет. Здравствуйте, мы такие хорошие люди, приятно познакомиться. Чего, тем... Сразу к делу. Ну, то есть сразу это, делу, это да. Что-то такое же крупное, как сотрудничество с фарм-гигантом британским GSK, или это какой-то поменьше? Пример такой, нет. Ну, например, компания «Онко». Это лидер в Турции по производству лекарств против онкологических заболеваний. Угу. Того, чего, допустим, у нас здесь еще нет, не так сильно развито. И «Нанолек» был заинтересован именно в сотрудничестве с этой компанией. Но они, видимо, не могли встретиться с собственником. А здесь сразу же состоялась встреча, состоялись переговоры. Это благодаря тому, что делегация от правительства Кировской области приехала. Конечно. И вы говорили как раз за эфиром, что «Нанолек» долго стучался в эти двери, да. И не получалось. А здесь сразу получилось. Да, здесь нас встретили, приняли, и мы провели очень хорошие переговоры. Ну и вот знаете, когда даже разговариваешь с турецкой стороной о Кировской области, что такое Кировская область? Мы приводили очень простой пример. Вам недавно поставили комплексы С-400, так вот они произведены в городе Киров. С-400 это комплексы вооружения? Да, вооружения, которые поставлены были в Турецкую республику.
И как и они после этого турецкая сторона уже понимала, что раз такие серьезные вещи производятся на территории Кирова, то с нами можно иметь дело. Вообще, это очень интересно всегда узнать, как именно конкретные турецкие там, бизнесмены, турецкие предприниматели и чиновники относятся к россиянам, к кировчанам. Не то, что там улыбаются или нет, да, насколько серьезно воспринимают. Относятся хорошо. Относятся хорошо, принимают хорошо и воспринимают серьезно. Мы вот с ними, когда так в беседах разговаривали, ведь было 14 войн между Турцией и Россией. И, в общем-то, мы друг друга знаем досконально и знаем очень хорошо. Исторически очень связано. И мы всегда подчеркивали вот какой момент. Советский Союз был первой страной, признавшей Турецкую Республику. И они всегда говорили о том, что именно благодаря Советскому Союзу в Турции вообще появилась промышленность. Они это помнят и знают. Они знают, кто такой Фрунзе, кто такой Ворошилов, кто такой Микоян. Понимаете? И у нас, может быть, не все уже помнят и знают, а турецкие товарищи этот помнят. И поэтому у нас есть точки соприкосновения и точки взаимодействия. Вопрос в другом. Мы должны помнить о наших интересах. Мы должны отстаивать наши интересы. И для нас ведь важно не стать каким-то сырьевым придатком по поставкам, я не знаю, там, древесины круглой там, и так далее. А для нас важно, чтобы здесь появлялись предприятия, производящие конкурентную продукцию. В Кировской области. В Кировской области. И в том числе экспортно-ориентированные предприятия. И чтобы наша продукция находила сбыт на территории этой же Турции. Рынок огромный. Александр Чурин, председатель правительства, в студии «Дневного разворота». И вот вы сами нам уже наметили канву того, как мы пойдем по этой поездке. Вы упомянули древесину. Это значит, что в делегации были представители деревозаготовителей или деревообработки? И то, и то. Мы встречались с крупнейшей, с представителями крупнейшей, с руководством, вернее, крупнейшей компании в Турции, Кастамона. Она входит в пятерку вообще крупнейших деревообрабатывающих компаний мира. И самое интересное, Кировская область им хорошо известна. Откуда? У них заводы стоят в Татарстане, 3 завода. Так вот, более трети всего сырья они вывозят с территории Кировской области. То есть уже... Чем занимается компания Кастамон? Она производит ДСП, ДВП, МДФ, ламинаты. Ну, но мы знаем, что у Татарстана с Турцией очень серьезные связи, и очень много турецких рабочих в Татарстане, кстати, трудилось в свое время, в том числе на стройках. Там и культурные связи налажены очень хорошо у них. Да, совершенно верно. И компания Кастамона присутствовала на этой бизнес-миссии. Да. А вы ее пригласили. Они сами пришли. Они сами туда они пришли. Они сами пришли. Они были очень заинтересованы во встрече с нами. Их в первую очередь интересует заготовка древесины на территории Кировской области, но она должна быть сертифицирована. Их интересует лес, который будет сертифицирован. Наши компании это могут им сейчас предложить? Да, мы как раз об этом и говорили. Мы ведем эту работу по сертификации наших лесов, по сертификации заготовки леса. И поэтому там ведь получается и цена будет повыше, ну и потом и сбыт расширится. Поэтому вот встреча с ними, она именно носила практический характер. Что они ждут от нас, а мы им сказали, что мы ждем от них. А что мы ждем от них? Ну, мы привели примерно, например, компании IKEA, у которой здесь есть завод у нас на территории области. На юге области. На юге области, там же, откуда районе. Они, в общем-то, недалеко от того места, где они работают. И мы говорили о том, что, конечно, здорово, что у вас в Татарстане открыты заводы, но мы бы не хотели стать просто там, сырьевым придатком, в данном случае предприятий Татарстана. Нам интересно развитие и нашей переработки здесь. И давайте думать в этом направлении. Но я думаю, что вот такой посыл они услышали, и будем дальше вести диалог, потому что диалог – это всегда дорога с двухсторонним движением. Примем телефонный звонок, 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы его примем, ответим после перерыва. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Это пенсионер Александр. Да, Александр.
Очень приятно, что у нас, у вас в студии председатель правительства. Вот сейчас идет разговор. Вот хочется сказать два слова о том, что вот этот, значит, вопрос о лесе, ну, задается из года в год, и, в общем-то, и так далее, о медицинских препаратах, это из года в год, и улучшений в жизни нету, кировчан. А вот непосредственно на землю вернуться, можно задать вопрос? Задавайте, пожалуйста. Ну вот, например, что у нас с вокзалом? А, нет, будет спасибо. Вот он как председатель полиции. Александр, спасибо большое. Но все-таки, да, но я должна сориентировать наших слушателей. Вот хотя Александр опытный наш слушатель, но тем не менее мы звоним по теме конкретной. У нас тема бизнес-миссия, у нас тема инвестиций и у нас тема развития экономики. Александр молодец, он начинает всегда очень хорошо, он говорит правильно, а потом задает вопрос про вокзал. Я знаю. Но раз Александр Анатольевич Чурин готов будет про вокзал сказать, то после перерыва мы прокомментируем. Ну что, ответим Александру на вопрос про вокзал. Я просто поясню, почему прервала еще раз. Мы звоним 211-101, но задаем конкретные вопросы о бизнес-миссии в Турции, об инвестиционной политике Кировской области и об экспортной направленности нашей экономики. Да, что с экспортом? Пожалуйста, про это. Но Александр Анатольевич Чурин, председатель правительства, который находится в нашей студии, сейчас он сказал, что он прокомментирует все-таки про вокзал, поэтому, пожалуйста. Насколько я понимаю, речь идет о железнодорожном вокзале Киров-1. Да. На недавней нашей встрече с заместителем генерального директора ЖД и начальником Горьковской железной дороги мы как раз обсуждали состояние нашего вокзала, его возможную реконструкцию и, так скажем, реновацию вот этого места. В этом году мы сделали дорогу к вокзалу. Сейчас идет благоустройство общей территории. На вокзале это уже РЖД делает. И они обещают, что в следующем году они разработают проект и начнут реконструкцию нашего вокзала. Кроме этого, мы занимаемся вокзалом Киров-2, Киров-Котласский. Там будет благоустроена привокзальная площадь и сам комплекс вокзала. Поэтому я думаю, что в ближайшее время кировчане увидят изменения к лучшему. То есть уже в следующем году начнется... Да, да. Ну, вот привокзальная площадь на Киров-1 уже сейчас ремонтируется. В следующем году мы отремонтируем улицу Комсомольская, изменим там парковочные места и так далее. Это будет, ну, другая улица. Я думаю, что все это будет очень заметно. Продолжаем разговор. Председатель правительства Кировской области Александр Чурин у нас в студии. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы говорим об инвестиционном потенциале Кировской области, об экспортной направленности в экономике в этой части говорим, и о турецкой миссии, которая вот только что закончилась. Что там происходило? Мы уже отметили практически подписание там, договора о намерении о сотрудничестве между Нанолеком и крупнейшими фармацевтическими компаниями Турции. Это здорово, особенно в части локализации в Кировской области производства онкологических лекарств, потому что в стране напряженка с этим, мы знаем. Очень много жалоб на это, и это, естественно, очень актуальный вопрос. Теперь деревообработка. Деревообработка – это хорошо, потому что поставить условия турецким компаниям или обозначить четко, что мы заинтересованы не только в том, чтобы быть сырьевым придатком, как вы выразились, а именно локализовать производство, это тоже здорово. Правда, конкурировать с Татарстаном здесь сложно, потому что инфраструктура в Татарстане несравнимо лучше, чем в Кировской области. Задавали ли такие вопросы вам турецкие партнеры? Они задавали вопросы про инфраструктуру, про перспективы ее развития. И ведь мы говорим о чем? Что на самом деле перед нами стоит основная задача – это инфраструктурное развитие области. Это строительство новых дорог, реконструкция дорог, приведение их в нормативное состояние. А я хочу вернуться к вопросу все-таки, почему лес? Или почему одна из тем – это лес? Ну, во-первых, лес – это наше основное природное богатство. И так как большая половина площади Кировской области покрыта лесами, и у нас большой объем лесозаготовки – то мы, естественно, уделяем особое и пристальное внимание развитию лесоперерабатывающего комплекса. Вот знаете, что еще в Турции мы увидели? К сожалению, в общем-то, у нас все, даже не к сожалению, наверное, у нас все это было.
В советское время у нас было мощное объединение Киров-Леспром. И все, что мы увидели на Костомойне, в общем-то, у нас все это было. Нам сейчас нужно многое восстановить. Восстановить, построить заново, но уже с учетом новых тенденций в переработке древесины, с учетом новых технологий, с учетом изменившегося спроса. Перед нами стоит большая работа вот в этом направлении. И мы как раз призываем наших бизнесменов, работаем с ними, с тем, чтобы, выезжая туда, они видели, а что же делать, какую продукцию производить, какая потребность на рынках, в какой продукции, что ждут иностранные партнеры, допустим, от нас, какие формы взаимодействия они видят, как они готовы работать, как они готовы сотрудничать. Это очень важно, кстати, понять вот другую сторону. Поэтому вот такие бизнес-миссии, они позволяют в рамках прямого диалога, открытого диалога, как раз обсудить различные наболевшие вопросы и задать интересующие нас вопросы. Как развивается обычно дальнейшем взаимоотношения с предприятиями и бизнесменами, с которыми вы встречаетесь на бизнес-миссии? Но что касается Нанолека, там присутствовал Михаил Некрасов, да. И там все понятно, они уже практически подписали там, да, необходимые бумаги. Они сейчас начнут работать, они у них работать. Будет совершенно плановая верно. Работа. А вот что касается компании «Костомон», вы обозначили свои намерения, они обозначили свои намерения и требования. Дальше как это будет происходить? Мы ожидаем в ближайшие 2-3 месяца ответный визит турецкой делегации. Мы уже готовимся к тому, чтобы обсудить, вот сейчас обмениваемся теми вопросами, которые будут интересны им для обсуждения на нашей площадке. Мы смотрим, что мы можем предложить, какие предприятия мы могли бы включить в цепочку работы с Костомоной, куда их свозить, кого представить и так далее. Кроме того, мы рассматриваем сейчас, вернее, не рассматриваем даже, а готовим обращение в правительство по поводу изменения определенного законодательства в части вывоза древесины за рубеж. Правительство Кировской области, федеральное. Да, федеральное правительство, да, обсуждаем вот эти вопросы. Потому что, например, щепу они везут из Америки. Через океан. Они заинтересованы везти щепу из России, но, как они говорят, поставлен определенный запрет на вывоз сырья из России. Вот этот вопрос необходимо обсудить и осветить его. Ага, а смотрите, вот компании, которые нашли какие-то точки соприкосновения с партнерами за рубежом, после этих бизнес-миссий они уже дальше сами связи налаживают или правительство все равно оказывает какие-то консультации? Если возникают вопросы, мы, естественно, всегда готовы оказать содействие, консультационную помощь и так далее. Но обычно, если у компании уже завязываются интересы, они начинают работать в двустороннем порядке. И мешать им не нужно. Да, и мешать им не нужно. Ведь наша задача создать условия, помочь, не мешать. Главное, не мешать. Если возникают вопросы, вот, например, законодательные базы, как конечно, вы сейчас сказали, здесь конечно. Никуда не денешься от того, чтобы обращаться на самый верх. У нас поступил вопрос от Нины Владимировны, 211-101, телефон на нашей редакции. Вопрос, кстати говоря, который возникает часто и очень часто обсуждается в интернете и вызывает такие бурные обсуждения в лентах. Лес из Кировской области идет на переработку, вырубается. Китайские предприятия работают? Это китайцы или наши люди работают? Какой процент вырубки идет и какой процент нужно восстановить? Не останется ли Кировской области лысой со степями? Ведь у нас сейчас расчетная лесосека. То есть это научно обоснованный объем древесины, который может вырубаться без ущерба для экологической системы Кировской области. Вопрос, естественно, и он абсолютно правильный, в лесовосстановлении. Лесовосстановительные работы ведутся. Более того, они расширяются в последнее время. И вы видите вот те акции, которые мы проводили по восстановлению лесов, когда губернатор, члены правительства выезжают на посадку саженцев. Этому уделяется особое внимание. Что касается китайских предприятий, ну, я, честно, не видел здесь китайцев.
Может быть, они как-то... Китайские бригады не вырубают. Китайские наши бригады не видел. Возможно, они как-то маскируются. Вот я, честно, не видел своими глазами. Естественно, заготавливают наши предприятия и продают этот лес уже на экспорт в Китай, в другие страны. Но ведь круглый лесопонятный материал сейчас не вводится за пределы Российской Федерации. Поэтому первичная переработка, а мы говорим о дальнейшей глубокой, уже готовый продукт, чтобы шел от нас. Вот цель, которая стоит перед нами. И еще один вопрос, ну не вопрос даже, а уточнение по поводу вырубки леса и посадок. У нас же сейчас вся лесосека занесена на ГИС-карты. Да, в электронном виде можно посмотреть буквально каждый участок и человека, который над этим участком стоит, и бригады, которые там работают. В любом случае деньги на восстановление лесов, они уже заложены или в арендную плату, или в стоимость леса, которая продается на аукционах. То есть наша задача только контролировать, как исполняется лесовосстановительная работа. И система лесхозов, которые занимаются этим. У нас есть телефонный звонок 211-101. Пожалуйста, представьтесь и говорите. Добрый день. Это Нина Владимировна, которая задала вопрос. Так, хотите уточнить? Секундочку, уточнить, Нина Владимировна. Какой вопрос у меня по китайским палочкам, которые должны экспортироваться из нашего леса, изготавливаются и экспортируются в Китай. Так вот, эти места занимают наши местные рабочие или китайские? Какие места? На заводе? Да-да, все на понятно. На этой. Все понятно, спасибо. Ну, наверное, там эти рабочие места занимают и наши работники, наверное, присутствуют и китайские специалисты. Китайские специалисты, кстати говоря, были у нас здесь в студии как раз тогда, когда приезжала делегация от IKEA и Швеции. Китайские специалисты тоже были. Руководящий состав включает и наших представителей, причем и кировских представителей, и китайских. Это руководство, топ-менеджмент, рабочие места наши. Наши люди, которые у нас живут, они там и работают. Что замечательно, потому что у нас есть задача именно предоставлять высокорабочие места. И надо сказать, что труд, который сейчас на этих предприятиях, он уже высококвалифицированный, потому что механизировано же все, автоматизировано. Приведем пример, например, с компанией Holzhaus. Там, конечно, учредитель российский, но тем не менее у компании Holzhaus практически все автоматизировано, но за счет того, что увеличивается производство, увеличивается количество и рабочих мест. Плюс тут еще очень важная история, которая тоже имеет смысл обсудить, но, наверное, мы ее начнем обсуждать до эфира, до перерыва, а потом продолжим. Ведь когда локализуются такие серьезные производства, эти производства оказывают влияние не только на экономику в чистом виде, деньги, но еще оказывают влияние на социальную среду вокруг. Та же компания «Нанолек». Посмотрите, что вокруг «Нанолека». Там прилегающие населенные пункты – это сфера заботы «Нанолек». Компания «Holzhaus». Посмотрите, что в Лузе начинает происходить. Культурная повестка меняется. Меняется инфраструктурная повестка. Абсолютно с вами согласен. И если говорить вот об этих двух компаниях, то, например, «Нанолек», она становится локомотивом создание НОЦа здесь, в Кировской области. Национальный образовательный центр, который объединит в себя все фармацевтические предприятия и биопредприятия на территории области. Это будет серьезный общефедеральный проект. То есть это не, мы уже говорим не только о биофармацевтическом кластере, как производственном кластере, а уже это о будет и производство вакцин, это будет подготовка кадров, разработка новых лекарственных препаратов. Ведь немногие знают, что Киров – это родина отечественного антибиотика. Да, именно в Кирове был разработан отечественный антибиотик. Институт Красной Армии. Имея такую мощную научно-исследовательскую базу, мы просто не можем о ней забыть и не использовать ее в нашей деятельности. У нас прекрасное предприятие «Восток», в поселке Восточный Омутнинского района. Тот же биохимзавод – это уникальное производство. Уникальное производство. Прервемся сейчас на полторы минуты, у нас рекламы, и еще поговорим о научном потенциале нашего региона, как он был представлен в Турции. Это очень важный вопрос.
Дневной разворот продолжаем. Дарья Тапузлива, Светлана Занько. В гостях у нас Александр Чурин, председатель правительства Кировской области. Начали мы с бизнес-миссии в Турцию и плавно перешли уже к проектам, которые реализуются уже практически вот на подходе в Кировской области. Начали говорить о НОЦе. НОЦе, не знаю даже, как правильно это назвать. НОЦ. Что он в себя будет включать? Сейчас вот за эфиром говорили, много достаточно крупных научных учреждений, Курчатовский институт. Какие? Да. Ну, да. Во-первых, давайте тогда начнем вот с чего. Давай. На этой неделе губернатором подписан указ о создании научно-образовательного центра «Биополис». Партнерами этого центра являются Курчатовский институт, институт имени Чумакова, это московские институты. В Кирове это ВятГУ, сельхозакадемия, Нанолек, Инвак, ряд других предприятий, как фармацевтической, так и микробиологической промышленности. Туда, я думаю, что подсоединится еще и Новосибирский научный центр. То есть все крупнейшие научные центры. И наша цель – это локализовать разработку и производство вакцин здесь, на территории области. Это вообще создать такой как бы центр, который будет специализироваться на фармацевтике. Научно-практический хаб, да, такой получается. Такой, да, мощное такое объединение. И здесь будет создана соответствующая инфраструктура. Мы сейчас готовим документ, мы будем участвовать в конкурсе на поддержку этого НОЦа на федеральном уровне. И я думаю, у нас должно все получиться. И это практически, это перспектива ближайшего будущего. Это уже началось. Это очень важно, что вы отметили, что в НОЦ, в научно-образовательный центр, войдут наши вузы, сельхоз, там, МЕД, уверенно, ВятГУ, потому что необходимо, чтобы именно здесь ребята, которые здесь учатся, они получали возможность вот этим потенциалом глубоким научным пользоваться, и из них вырастали крутые специалисты, которые будут работать и у нас, и по всему миру, возможно. Ну, именно подготовка кадров, это станет основной задачей, потому что мы же должны питать эту среду-то. А питать кем? У нас очень много талантливых ребят, которые должны получать хорошее образование и затем работать по своим специальностям, которые они здесь будут получать уже на наших предприятиях, местных предприятиях. А тут еще очень важный ведь аспект. Мы сейчас видим прям буквально, поскольку мы находимся на Театральной площади, где главный корпус ВятГУ и не один, мы видим, что опорный вуз наполняется точно так же, как и МЕД, наполняется иностранными студентами. Фармацевтика всегда и медицина всегда там, образование в этой отрасли в зарубежных странах, с которыми мы традиционно сотрудничаем, пользуются популярностью. Это значит, что приток иностранных студентов тоже увеличивается, если будет НОЦ, а он уже четко понятно, что он будет открыт, и это тоже взаимосвязи. Конечно, абсолютно. А про инфраструктуру вы заговорили с Дарьей в перерыве, потому что мы всегда имеем в виду, что раз у нас усилятся вот такие связи, нам точно потребуется международный аэропорт, вы считаете? Естественно. А это обсуждается на полном серьезе? Это обсуждается на полном серьезе. Мы с руководством Федеральной таможенной службы это обсуждали. И там нет никаких препятствий для того, чтобы создать международный таможенный терминал здесь, на территории Кирова. Вопрос, как начать это делать. Это или бизнес-авиация, или чартерные рейсы. То есть вопрос-то он... Надо определить целесообразность, с чего начать. Ведь смотрите... Еще 2 года назад здесь, в этой студии, мне говорили о том, что аэропорт все, он закрывается, он уничтожен, и никакой перспективы авиасообщения из города Кирова, в общем-то, нет. Я помню этот эфир хорошо. Да. Это же было. Но спустя 2 года мы видим, что аэропорт живет, развивается, да, увеличивается количество рейсов, пассажиропоток значительно увеличивается. И он меняется у нас. Это же мы сделали. Сделали своими совместными действиями. Поэтому в будущем, я думаю, что у нас увеличится количество городов, куда можно будет улететь из города. Мы сейчас уже задумываемся о создании собственной авиакомпании, о покупке собственного авиапарка. Мы уже об этом думаем.
Понимаете, мечты не должны быть это большими. Очень, это очень серьезное заявление, да. У нас остается не так много времени до завершения эфира, буквально 7 минут, и мы хотели бы вернуться к деловому визиту в Турецкую Республику, поскольку вот крупные компании и наши такие столпы мы обсудили. Это фармацевтика и лес. Ведь с вами ездили различные предприятия. У вас я не очень хорошо их знаю, но, может быть, вы все-таки поясните, и имеет смысл отмечать все-таки те предприятия, которые в бизнес-миссию собираются. Я сразу тоже вдогонку вопрос задам. Эти предприятия в бизнес-миссию как попадают? Они выходят сами к вам с предложением? Вы их отбираете? Нет, они выходят с предложением сами. Мы по ряду предприятий направляем приглашение. Те, кому интересно, они откликаются. И уже работая с нашим центром поддержки экспорта, который создан при Министерстве экономического развития. Мария Зеленцова его представляла. Да. Они уже отрабатывают всю эту бизнес-миссию с нашими предприятиями и организуют вот эту поездку. Да, мне самому было интересно посмотреть на наших предпринимателей. И, знаете, честно говоря, гордость такая за них. То есть ребята делают интересные вещи. Например? Ну, например, рапсовое масло. Да. У нас был эфир с этой новой компанией, которая покупает большие, причем заброшенные поля. Да. И у них, на самом деле, гигантские планы. Они сейчас собираются не только цистернами технически там поставлять это масло, а разливать его в бутылки, пропагандировать потребление. Да, сейчас у них идут оптовые поставки, а в дальнейшем они уже говорят о фасовке продукции у себя на производстве, ну и расширение рынков сбыта. Но даже за тот короткий промежуток времени, как они существуют, предприятие достигло достаточно значительных успехов, объемов выпуска продукции. И это, знаете, вызывает только уважение к ним. Очень стремительно развивается компания. Да, молодцы. У них уже грандиозные... Притом они ведь базируются в Лебяжье, да, фактически. И я думаю, что через некоторое время это будет такое... Ну, не градообразующее, а такое системообразующее предприятие для того района. А еще очень интересные взаимосвязи намечаются в регионе, потому что одновременно с появлением такой современной амбициозной компании мы знаем, что Уралхим разрабатывает удобрения непосредственно для рапса и сами экспериментируют, как улучшить рост рапса в Кировской области, потому что условия мы знаем, что у нас по земледелию не очень, но рапс растет неплохо. Ну, у нас зона рискованного земледелия, да, не черноземья, поэтому... Поэтому здесь и нужно выращивать те культуры, которые идеально подходят для наших природных условий. Они тоже были в Турции? Да, они были в Турции. А они с кем встречались? Они встречались, во-первых, смотрели и производители оборудования, узнавали перспективы продвижения своей продукции на турецкий рынок, востребовано ли рапсовое масло там и так далее. Но я думаю, что, по крайней мере, если они и не нашли каких-то контактов, у них... сложилось четкое понимание того, что происходит и как нужно действовать вот на том. И вот это очень этот пример действительно предпринимателей, Даш, которые каждую соломинку ухватывают. Они в каждую бизнес-миссию сейчас ездят. И в Германии они с вами были, конечно, и в Турции, везде и везде. Потому что когда мы обсуждаем, а зачем туда ехать, ведь есть разные мнения, были разные мнения. Вот нам не приготовили, нас не пригласили, нам не обеспечивали. А вот как раз представители этой компании сказали, что вы сами должны, ты же предприниматель, ты воспользуйся тем, что тебе предоставлено. Ну, сама суть предпринимательства – это работа на свой страх и риск. Правильно? Поэтому здесь вот эта предпринимательская жилка, она и должна себя проявлять. Еще один вопрос я хочу вам задать. У нас остается 3 минуты до завершения эфира. Напоминаю, Александр Чурин, председатель правительства Кировской области, у нас в студии. Мы говорим про экспорт, про инвестиции, про бизнес-миссии и про перспективы нашей области в этом отношении. Вы сами говорили про оборудование. И это вопрос такой острый по локализации производства оборудования для различных отраслей. Мы знаем, что у нас огромный потенциал у машиностроительных предприятий, и мы знаем, что они сильно недозагружены и ищут варианты для того, чтобы конверсировать производство. Это такой сложный, комплексный вопрос. Угу. На самом деле, то оборудование, которое мы видели, произведенное в Турецкой республике, оно ведь начинало производиться по лицензиям немецких компаний, американских компаний, японских компаний. А сейчас они уже перешли к разработке
дальнейшей разработке, к совершенствованию этого оборудования. Наши предприятия могут, и они ведь и производили определенное оборудование на своих мощностях. И мне кажется, что вот наша задача сейчас помочь в развитии именно этого направления работы наших производственников, промышленников, потому что наше оборудование, оно не будет хуже, по крайней мере. То есть мы способны производить конкурентоспособность. Мы способны сконструировать и разработать хорошее отечественное оборудование. Это очень серьезная задача перед нашими машиностроителями, которая сейчас стоит. Но все-таки задача задачей, а бизнес-миссии, когда происходит, там вот этот вопрос обсуждается, вы рассматриваете, берете с собой специалистов, которые пристально всматриваются в оборудование, там, я не знаю, пытаются договориться о локализации его производства. Вот, понимаете, мы в этой бизнес-миссии конкретно такую задачу перед собой не ставили. А после нее мы обсуждали вопросы о том, как готовиться к следующим миссиям и что необходимо улучшить при их проведении. И вот как раз то, о чем вы сейчас сказали, надо очень широко использовать. Я должна отметить, что когда у нас приезжала делегация Росрао, и мы говорили о развитии мусорной отрасли на территории Кировской области, представители немецких компаний и шведских, которые здесь были, они вместе с представителями Росрао как раз говорили о том, что поставлена задача перед Российской Федерацией локализовать производство оборудования, машин для этой новой отрасли. Мы как раз сейчас ведем разговор с одним из институтов Минобороны, который разработал уникальную технологию как раз по уничтожению мусора, о совместной работе по вот как раз этому направлению. По производству оборудования. Да, по производству оборудования для них. На всем самом интересном мы заканчиваем. А мы продолжим как раз конкретно этой темой в ближайшем будущем. Александр Чурин, председатель правительства Кировской области, был в нашей студии. Дневной разворот завершен. Дарья Топузлеева. Светлана Занько. До свидания. До свидания.